Здравствуйте, друзья! С вами снова Валерий. И в данный момент именно вы вместе со мной находитесь в самой закрытой лаборатории. Здесь даже окна не открываются. И сегодня я расскажу и покажу уникальное устройство, аналогов которому в мире нет. В общем, кому интересно, смотрим. Поехали! Значит, в этой самой закрытой лаборатории было изготовлено множество всевозможных видов разных достойно работающих генераторов. Но наряду с изготовлением классического вида генераторов, здесь еще изготавливались и генераторы такого нетрадиционного типа. В народе их называют БТГ, то есть бестолковый генератор. И, в общем-то, работу одного из таких генераторов я даже могу продемонстрировать. В данный момент вы видите реально работающий БТГ. Конструкция очень легко повторяемая, ничего сложного здесь нет. Это БТГ реально не требует никакого топлива, то есть дров не нужно, угля не нужно, нефти, газ, ну ничего такого не нужно, достаточно только одной батарейки и все. И эта конструкция успешно работает. Преимуществом этой БТГ конструкции является то, что она вращается и по часовой стрелке, и может вращаться еще и против часовой стрелки. Вот если мы вот так вот сделаем, вот видим, то есть конструкция уникальная. Но, честно говоря, разговор не об этих древних отставших технологиях. Сегодня мы поговорим совсем о другой конструкции. Как я вам обещал, о конструкции, аналогу которой в мире нет. То есть это все мы отставляем. Кстати, конструкция работает в любом положении. Без проблем. Хоть как. Ну да ладно. Так. Итак, друзья, как я и обещал, разговор будет об уникальном устройстве, аналогов которому в мире нет. И разговор будет об вот этом металлоискателе. Значит, основную конструкцию этого металлоискателя я уже показывал как-то в предыдущих своих видео. Ссылки на то видео будут внизу под этим видео. Но эта конструкция претерпела некоторые изменения. Добавлен тумблер, причем не изменяя никак схему, добавил тумблер. И теперь с этим тумблером данный прибор может коннектиться, то есть при переключении тумблера вниз, ну в данный момент он отключен, поэтому я его не подключу, поэтому могу это все продемонстрировать. При переключении этого тумблера вниз, данный прибор коннектится с вашим ЧПУ, то есть черепно-программируемым устройством. И ваши мысли он обрабатывает в этой коробочке и производит поиск нужной вам вещи. Кстати, прибор работает как минимум в двух режимах, то есть по поиску того, что вы хотите найти, либо же по запаху. Ну, например, вы потеряли носок или тапок, вы даете занюхать носок, который у вас есть, и либо тапок, и этот прибор без проблем отыщет второй тапок в вашем доме, даже если его там и нет. Значит, по конструкции этого прибора сложного абсолютно ничего нет. Значит, изготавливался этот прибор, ну, в общем, после того, как сносились лыжи, осталось две палки. Одну я пустил и изготовил антенну, которая по сей день отлично работает. А из второй лыжной палки был изготовлен именно этот металлоискатель. То есть не было бы палки, наверное, не было бы металлоискателя. Значит, вот эта корзина, это используется защита радиаторов. Когда-то был огромный такой усилитель радиотехника, изготовленный из красного дерева с обычной фанеры. И вот немного укоротил, и используется эта защитная сетка с этого усилителя. В данном случае она усиливает в разы полученный сигнал. Значит, здесь, в этом приборе, используется высокоточный китайский вольтметр с
там с небольшой погрешностью 20%, что дает возможность измерять напряжение вашего аккумулятора в широких диапазонах. Значит, для изготовления данного устройства вам понадобится высокооборотистая ручная дрель и с очень тонким сверлом, это для изготовления плат. Ну, работает это, ну, вообще отлично. Вот, вот так вот ставим на плату, крутим не в ту сторону, но в эту чуток лучше. Вот, и вот так, в общем, очень быстро, особо не напрягаясь, сверлим все отверстия в плате под элементы. Далее используем вот такой вот небольшой паяльничек для микрочипов. Ну, если немного приспособиться, он отлично паяет SMD элементы, да и любые другие, ну, в общем, без проблем. Также нам понадобится, ну, такое зубило на всякий случай, молоточек, ну и ключик, что-то там подкрутить. Вот есть здесь болтики М4, очень удобно подкручивать. Ну, собственно, по конструкции и изготовлению я все рассказал. Осталось проверить на работоспособность этот прибор. Здесь мы проверим работу на металл. Ну, а интеллектуальный поиск, ну, скорее всего, нужно проводить где-то на поле, потому что именно тот режим, я его даже боюсь. То есть мысли могут накладываться. В общем, прибор очень чувствительный. И селекционная его способность, ну, еще только в разработке. Ну, в общем, демонстрируем, как это работает. Сейчас мы подключим этот прибор. Главное не попутать полярность. О! Опа! Есть! Ну вот, он даже показывает напряжение аккумулятора. Это уже что-то. Ну и, ой, какой-то гвоздик нашел. Так, ну что мы найдем? Ключик. Ну вот видим, то есть в обычном режиме этот металлоискатель, ну, без проблем ваш металл найдет, ну, без проблем. Ну, нам нужно полагать, что всех интересует именно интеллектуальный режим этого металлоискателя. В общем, в данный момент мы его отключаем. Где-то мы выйдем, ну, во двор и попробуем протестить интеллектуальный режим. Ну вот, друзья, мы на испытаниях, не буду это видео затягивать. Значит, в данный момент, вот видим, все работает. Ну что, включаем интеллектуальный режим. О, как раз вот пришел бас. Сейчас мы попробуем отыскать на нем клещей. Вот, вот. Скажу, хотя будет. Вот она, чего мой бас захотел. Блин, ну я говорю, система еще не совсем отлажена. Но работает. Фух. Ужас. Бас, на. Иди сюда. На. Все, что хотел. Ужас какой. Thank you.
Фух. Вот такие вот дела. Фух. С первым апреля, друзья, с днем юмора. Надеюсь, мы с Басом вас улыбнули. Всем здоровья, добра, позитива. Пусть каждый день у вас начинается с доброй улыбки. Всем, кто улыбнулся, ставим лайки. Ну а кто заплакал, дизлайки. До новых видео, друзья.